Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел рассказать о забавном раннере, который называется Barty Run. В данной игре мы будем бежать вот этой, я не знаю, кем это, какой-то коровкой, и за нами будет охотиться какой-то пират, который нас хочет схватить и, наверное, убить и пожарить и слопать. Вот так вы свайпами можем кидать в него бананы, также можем сами съедать бананы, а бананы восстанавливают определенное количество стамины. Как понимаете, она у нас кончится, мы остановимся, нас слопают. Мы также можем собирать различные монетки, которые нам попадаются на пути. Для этого мы просто будем тапать. И также нам будут попадаться различные вот эти вот его помощники-пираты, которые будут нас пытаться завалить. Ну, мы вот так вот свайп, вот так вот дергаем палец туда-сюда и тем самым, так сказать, мочим этих чуваков. Вот различные будут, видите, податься островки, но он прыгает сам. Но главное, нам коли для того, чтобы их уничтожить, нам нужно обязательно их смахнуть. Также мы, вот видите, атакуем различных этих его помощников. Прикольная такая, прикольная такой раннер. Мне нравится и график, и все очень прикольные персонажи. Очень угарно выглядит, особенно цвинюшка, который убегает от пирата. Вот, по графике поставлю 4, по управлению поставлю 5, очень удобно, и музыку поставлю 4. Вот такая, такой прикольный раннер, всем советую в нее сыграть. С вами был Android Androidыч, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых, вот меня и порезали, встречи.